Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет тест Криштиану Роналду 94. Я решил не откладывать все это дело в темный ящик, или в долгий ящик, как там говорится, и решил сразу же поиграть за Криштиану Роналду не в драфте, не в каком-либо другом режиме, а именно в Ultimate Team. У меня есть он на 3 матча, подобрал я под него вот такой вот составчик, также затестим для Казета, Азила, Батланда, Смоллинга, тоже, кстати, ну, по сути, это моя первая команда, поэтому... Собственно, что время терять? Погнали тестить и смотреть, что же из этого получится. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Стата сейчас у меня 2 победы, 3 поражения, и 2 поражения из 3 это у меня дисконнекты. Да, FIFA меня очень позитивно встретила и надеюсь, что... Так же все будет продолжаться в этом сезоне, ведь я так люблю дисконнекты. Итак, пацаны, первый соперник... Ладно, не первый соперник. Первый соперник, и нихуя себе, полная сыгранность даже есть для Казет в атаке. Типа, наверное, крутой соперник будет. Так, пацаны, я буду нацеленно играть на Криштиану Роналду, вы уж извините. Блять, я уже вижу, что он просто летает как машина. В принципе, в его пейсе никто не сомневался. Что насчет ударчика с подкруточкой, и, блин, только читерски бегающий тащит. Так, нихуя себе, повалили меня. Эшли Янг, ты чё, охуел, что ли, Роналду ронять? На тебя, бля, жёлт. Так, Месут Озил. Месут Озил! Бля, я, конечно, понимаю, что с правой ноги, но это было близко. Это неплохо. Чё насчёт лонгшотика, блядь? Всё в беговище летит. Что происходит, блядь? Что происходит? На мне потоптались, отпиздили, запиздили, а судье хоть бы что. Так, Криштианчик. Пока что ничего особо не получается сделать. Вот только вот сейчас мяч до Криштиана дошел. Дошел, я не знаю, что сделать. Вот так вот сделаем, бля, ну дриблинг, конечно, у него пиздец. Ебанутый шут, блядь. Даже, смотрите, даже когда у него мяч отобрали, он все равно каким-то образом отбирает мяч. Тут еще постараюсь пробить, и, блядь, это почти гол. Блядь, ну вот опять защита такая. Такой дебильнейший, просто, ну, блядь, ну, просто возьми, отбери, ну, как же бесит. Просто бесит защита в этой игре, серьезно, у меня реально будет бомбить, наверное, несколько выпусков подряд. Чё, я паузу не могу нажать, серьезно? Чё происходит, блядь? Я не могу нажать на паузу, почему-то этот запрос висит, то есть, если я нажал на паузу до того, как мяч был у меня... Что? Блин, какая сложная система, то есть, я не могу нажать паузу? То есть я должен дождаться, пока соперник нажмет. В общем, пацаны, не знаю, что здесь происходит с этими паузами, но это полная херня. Бля, посмотрите опять на защиту. Я не знаю, пацаны, серьезно. Я просто не знаю. Я просто не понимаю. Смотрите опять. Ну, блядь, ну просто одним каким-то ебучим пасом все по пизде идет. Как такие пасы делать? Может, блядь, какой-то уникальный пас тут есть, который разрезает всю твою нахуй защиту? Пиздец. Так, Криштиану оттолкнул всех, блядь. Ну, Стерлинг, пожалуйста. Блядь, так это просто смешно. Так, Криштиану, что, попробуем отсюда прям подкрутить? Но нет, все, на этом заканчиваем матч 3-0. Итак, пацаны, второй соперник, и это бразильцы. Криштиану летит. Криштиану, чё по поводу навесика? Навесик идет. Блять, хуёво навесик. Стерлинг, ну-ка. Блять, прям в голкипера. Собака, ну-ка, Криштиану. Криштиану, хорош, мяч остановил. И по воздуху ударил, замечательно. Стерлинг, ну, Криштиану. Криштиану лучший игрок, нахуй, тысячелетия. В пустые ворота забивает. Так, если я в камеру подбегу, как он там... Присядет на картаны, как он там делает. И да, присел на картаны. Заебись, просто красавчик. Так, 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 так. Пас на Лаказета какой прошел. И Лаказета счет 2-0. Так, ну вот здесь вот уже поинтереснее у нас дела обстоят. Потому что я выигрываю. Это очень редкое мероприятие в этой части FIFA. Так, так, съебался. Нет, нет, нихуя себе. Вот это раскат. Бля, меня эта сетка заебала, серьезно. Как же меня она бесит. Как можно было такую отвратительную физику сетки сделать? Ну и тем временем счет 2-1. Витиньо забивает. Так, 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 опасно. Блять, опять провал какой-то в защите. Блять, я вот прям не знаю. Может быть, топовых защитников купить. Может быть, в этом как бы большая разница будет заметна. Там, допустим, если я Рамоса Сильву поставлю. А то вот эти вот средние защитники мои вообще не тащут.
Бля, пацаны, ну вы видели, я не знаю, как это комментировать. У меня уже сил нет бомбить. О, как сыграл Смолинг, это просто пиздец. Опа, и у него тоже очень хуёво сыграли защитники, и этим надо пользоваться. Вот так вот, вся FIFA 18 у вас перед глазами. Защитники и у меня сыграли отвратительно, и у моего, собственно, соперника. А мистер Си этим воспользовался. Смотрите, как, блять, я не знаю, очень легко от защитников избавиться в этой части FIFA. Так, несут Азилу на Криштиану, Криштиану. Красиво обошел и Криштиану 4-2. Как же он умудрился ударить так. 4-2, пацаны, Криштиану Роналду. Щита, конечно, крайне неадекватные. Это я сколько матчей играл, практически все заканчивались какими-то вот такими вот. 4-2, 5-2, 5-3. Вот такие вот интересные вещи происходят в этой части FIFA. Не-не-не, подождите, подождите. Блять, опять дыра в защите, бля. Я не знаю, пацаны, весь выпуск, наверное, сведется к тому, что я буду охуевать от защиты. Посмотрите на повторе. Кто его держит, блядь? Три защитника стоят рядом! Фак, просто фак. У меня других слов нет. Таким вот ударом, допустим, вот таким вот перекладина. Ха-ха! Заебись, 5-3. Криштиану Роналду оформляет покер. Какой же смешной матч, пацаны. Неужели большинство матчей будут выглядеть именно вот таким вот образом? Игра реально вот переместилась уже в более аркадную какую-то систему. Ну, типа вот, даже вот смотря на эти клоунские щита и на игру защитников, можно понять, что они, видимо, делали ставку на зрелищность. Оп. Ху-ху-ху-ху. Криштиану решил немножко повыебываться. Ну, как бы, время 90-я минута, поэтому повыебываться можно. Все. 5-3. Очередной безумный матч FIFA. Лучший игрок матча, естественно, Криштиану Роналду, 10-0. Ну чё, пацаны, 2 матча, 4 гола. Ну, по факту, он за один матч оформил покер. И могу сказать, что Криштиану реально очень крут. Буду смотреть дальше, как его полная версия мне будет по карману. Я его обязательно куплю и буду тестить. Если вы хотите побольше роликов FIFA 18, как обычно, ставьте лайкусики. Я буду их выпускать. Вот такая гениальная логика. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. Всем хорошего настроение, там приятного аппетита и чего там обычно желают. Покедова.